Дорогие друзья, я на этом уже буду завершать, потому что сейчас уже, как мне сообщают, уже подоспел наш следующий участник. Это Илон Маск. Вот. Он сейчас должен появиться. И, собственно, вы также с ним побеседуете. У него время тоже будет немного. Как вы понимаете, он человек достаточно занятой. Hello. Hello, everyone. Привет, Илон. Это российская молодежь. Это молодые люди России. Это будущее нашей страны. Они любят знания. И они здесь, потому что у нас идет марафон знаний. И, конечно, они рады пообщаться с таким человеком, как ты. И спасибо тебе, что ты с нами. Я тебя попрошу об одном одолжении. Можешь очень кратко, буквально несколько минут, рассказать ребятам, как ты видишь наше будущее через 50 лет и что ты для этого делаешь. А потом, да, а я в свою очередь ухожу, и я, наверное, оставлю, чтобы тебе здесь помогать дальше давать вопросы моим коллегам, мою коллегу Дашу. Дашу, она из города Калуга, это город российской космонавтики. Дмитрий Сергеевич. Илон, здравствуйте. Hey. I see there's a bit of a delay from when I speak to when it comes on, so there may be a little bit of latency when speaking. So shall I answer the question then with respect to what I think the next 50 years will be? I will do that. 50 years is hard to predict. That's sure. Safe to say that 50 years from now will not be what we think it will be. But there are fundamental seismic shifts in technology, in artificial intelligence, space travel, brain-computer interfaces, synthetic RNA and DNA. Yeah, those are the big ones. Большое спасибо за... Илон, большое спасибо, что вы сегодня присутствуете здесь с нами. И так как...